В Люберцах прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники приняли решение по ряду вопросов. Объекты недвижимости, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, включили в реестр имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого бизнеса. Размер арендной платы для них также установили. Если имущество изношено 41 до 80%, размер рубль за квадратный метр, это позволяет вовлечь в хозяйственный оборот удовлетворительное имущество муниципальное. Данная вообще инициатива и поручение губернатора, которую, на основе которой мы сейчас готовим данное решение, Совета депутатов, подготовлено на основе нашей инициативы и успешного опыта городского округа Люберцы. Благодаря вовлечению объектов недвижимости в хозяйственный оборот в округе уже восстановили муниципальные бани в Томилине и Малаховке и детский сад в поселке Вуги. Депутаты поддержали изменения в перечне коэффициентов, применяемых при расчете годовой аренды за нежилые помещения, и утвердили изменения в структуре администрации округа.